Всех приветствую на канале. Надеюсь, Arcade Hunter посмотрели, кому интересно. Праздничный был выпуск, первомайский. Ну и продолжаем. Сегодня у нас Idlewar обновление пятничное. Хоть сегодня и суббота, но обновление вот вчерашнее. Значит, что добавили? Новый герой, сейчас мы его глянем. Эксклюзивная коллекция, ну и так далее. Давайте посмотрим все, что есть. А у нас есть вот что. Значит, новый герой. Давайте вот с него начнем. Зайдем в герои. Галерея. И что за герой-то хоть? Вот это? Нет, это Эстель. О, вот этот. Калиучи его, да, зовут? Офигенно. Это максимальные его характеристики. Теперь, что он делает? Ну, как всегда. Разделение атаки 260%, 266% по врагам, по трем случайным. Добавляет экстра, ну, то есть, бафает ХП. Боевой дух. Максимально может быть атака 500%. Ну и по минимуму там всякие там ништяки. Парирование. Здесь у него удар 50%. Добавляет боевой дух на 4 раунда. Ну понятно все. Ну и последнее это типа... Что тут? Распределение тоже атаки 3 раза. По рандомным игрокам. Ну, в общем, он повышает боевой дух. Чистый танк такой, да, всей команде. И какую-то атаку наносит. Так, значит, что у нас с вами по... По ивентам. Потому что всем интересны ивенты все-таки. Что же придумали на 1 мая? И не только. Значит, Flower Basket. Почти как баскет в KFC. Значит, что он подразумевает? Донат-пакет. Дальше. Значит, спецпредложения по цветам. Дают 10 роз. Каждый день. Далее идем. Весенние цветы. Здесь мы нажимаем, как я понял, и получаем за достижение вот по набору вот этой шкалы одну случайную награду. Здесь, видите, с увеличением уровня увеличивается награда. Так, ну давайте попробуем, что тут надо сделать. Недостаточно, недостаточно. А надо поскольку? Поскольку тут? Ух ты, все на английском, елки-палки. Так, дальше. Что тут еще? Как-то тоже коряво переведено. Выполните героический призыв. А, ну то есть уже такое у нас было, что с получением... Итак, продолжаем. Сейчас дальше смотрим, что у нас есть. Ну, пробьем босика. Решил босика пробить. Недолго думая. Так, что из интересного-то получается? Высшие призывы. Это все стандартно. Попризываем. Ну, на 500 наш этот Калиучи. И какие-то медали чудес. Материал для замены героя с рангом 8 звезд. Это новое, кстати. Новое. Здесь мы можем обменять на Нидхэга, Эстеля, Некро, кстати. А Некро нам нужен. Сейчас мы, может, обменяем. Ну и здесь развитие. Давайте Некро обменяем. Так, мы его получили. В каком виде? В виде персонажа, да? Все, вот они, двое Некро. И
теперь мы можем, по идее, да, увеличить его. Можем ведь увеличить? Да, 2 некра у нас. Далее, значит, идем. Так, чтобы нам его вкачать, что нам нужно? Нам нужен 2, то есть 7, 7 звезд. 7-звездочный фиолетовый. Давайте уж сделаем его. Вот эту пожиратель душ. Ну и наконец-то у нас есть все необходимое для увеличения этого персонажа. Все, вот увеличили. Сразу же. У него здесь можно открыть характеристики. Вот он. Сейчас фулах будет. Смотрите, сколько он тысяч. На фулах 464. И плюс еще атака. Вот, почти 79 тысяч он стал. Фуловый. Весьма неплохо. Этого мы тоже на атаку загоним. 410 тысяч. Ну и теперь у меня, видите, 2 есть 10-звездочных. Чтобы их улучшать. И далее надо 5. Но пока я вот этого хомяка не буду, наверное, кидать. Пускай он будет. В следующих видео можем как бы сделать. Сейчас несколько сделаем x10 призывов. x10 сделаем призывов. И будем уже топить дальше. Соберем здесь все награды. Давайте сначала бесплатные. Раз, два. И сейчас воин-медведь выпал. Все, четко, 20 у нас есть. Поехали. Понеслось. 200, ну, король тигров. Потом, может, отсниму отдельное видео на неделе. И еще 10. Поехали. Ну, вторая пустая. Ладно. На этом все. Забираем награды. Продолжение будет далее на неделе. А сегодня такой вот краткий обзор. Все. Всем пока-пока.